Что это есть такое слово? Например, игрока нету, вообще его на турнире нет, он не играет. А его туда вставляют в топ-килл. Он по этим топ-5, он стоит там третьим, например. Все смеются, конечно. То есть я против Ника Словика играл. Убил его, так скажем. Ну что это такое? Две игры в день. Бред. Вот это ты там привык уже в России, значит. С утра это темно уже, фонари врубили, а ты все еще стреляешь. Что я всю жизнь в спорте, с 5 лет так лет. Что теперь? Как я буду жизнь менять, что ли? Ну просто есть сахар сладкий, есть не сладкий. Сегодня у нас звезда мирового пинбола, легенда русского и не только русского пинбола, Дмитрий Берников, также известный в мире пинбола как Папаша. Да. И вот первый вопрос, а почему Папаша? Ну, потому что... Да, давно было, когда вот только начинали в пинбол играть, тогда у меня старший только начинал. Вот. И поэтому как бы еще ни у кого дети не играли в пинбол. Я только старшего начал таскать с 6 лет. Александр. Вот. Ну, всячески над ним издевался, но ну, в том смысле, в правильном издевался. То есть физически, чтобы он делал вот это доставлял его. Вот. И поэтому как бы назвали, что оп, папа пришел там, и все. И Папаша назвали. Так вот и пошло, оно прилипло. У вас была и служба в Афганистане, да. Перестройка, 90-е на Уралмаше. Все это было до пинбола. Как вообще часто вспоминаете службу в армии? Частенько. Ну, такое не забывается. Да и я думаю, что все, кто там в Афганистане был на войне, так скажем, я не думаю, что они забывают. Но приходит все равно. Потому что жизнь-то она такая. Потому что в 18 лет ты начинаешь убивать, как бы. Ну, понятно, что либо ты, либо тебя. А по приезду домой, получается. Домой. Чем решили заниматься? Я до армии-то училище заканчивал. Я закончил на токаре. Получил 4-й разряд токаря, как бы, и пошел на завод с армии, когда пришел. Я там немножко отдохнул даже, там, хотя 3 месяца можно было отдыхать после армии. Ну, как бы это... Не то, что не мой конек, просто себя надо было как-то это останавливать в чем-то. Поэтому я практически там через полмесяца пошел на завод устроился. Там, попал в лучшую бригаду министерства. Ну, это у нас здесь есть завод. Сейчас оно космическое агентство называется. Вот, и в лучшую бригаду министерства попал. Вот, и работал там. А потом, так как в партии был, меня по договору между предприятиями перевели в милицию, в нынешнюю полицию. Вот. В милиции, как бы, это, когда служить начал, как бы, вот, попал, стал старшим группы захвата. Ну, даже писали, газеты есть, там много вырезок, там, вооруженных преступников там задерживал. Хотя не лицензированный был, то есть без табельного оружия. Угу. Ну, это было. А это происходило уже как до 90-х или после? Нет, это было до 90-х как раз. Вот. А 90-е... Вот. То есть как вообще застали перестройку, когда страна поменялась? Да нормально как-то. У нас же, видите, как бы братство афганское. Поэтому как бы... Еще молодые были. Ну, 2 августа там рынки бомбили. Вот, арбузы там, дыни раздавали людям. Ну, перестроить какое-то свое там. Не рэкет, нет, то есть такого-то не было. Ну, то есть мы за правое дело были. То есть поэтому как бы с нами народ хорошо общался. Поэтому как бы мы нормально пережили перестройку. Тем более друзья и братство все это дало о себе знать, как бы. Перестройка практически незаметно прошла. Вот. Ну да, конечно, там стычки были там с бандитами, там их очень много было тогда. Ну,
Как без этого? Ну, мы выигрывали всегда. Мы там дома захватили. Афганские, два дома. Мне за них радиоуправляемую мину под машину поставили, за эти дома. Вот. Ну ничего, разобрались тоже и с этим. А тогда Саша уже тренировался уже, да, бегал, как бы, и он со мной на тренировку хотел с утра поехать. Вот. А я что-то не знаю, какое-то пятое чувство сработало. Я говорю, давай, ты останешься дома, а я поеду. И вместо того, чтобы ехать на тренировку, я заехал на сервис и обнаружил мину радиоуправляемую под машиной на сервисе. Чуйка сработала. Ага, вот. Ну, сам ее и разминировал. Ногтерезкой. Причем, которую с Афганистана привез. Вот и единственное, только у солдаты, когда приехали, там, разминировать, они же... У них ничего нету, только КАМАЗ был с песком. А это же не простая мина. Вот. Я у них за 50 рублей каску и бронежилет взял, сам перекусил там провода, детонатор идущий, батареек. Потому что зимой было, как бы, поэтому поставили две кроны, запараллелили, поставили. Ну, когда разобрали, там сказали, что она там радиус от игрушки был, стояло радиоуправление. Вот. Ну, сказали, что радиус просто увеличил какой-то электронщик, чтобы раньше дальность действия радиус был больше. Радиус действия приемника. Ну, ничего не получилось вообще. И слава богу. Ну да. Там стояло две тортиловые шашки по 200 грамм и пластита C4, где-то такой комок. Все это стояло на этом, на магните от динамика. То есть на трубах обратки под водительским сиденьем. Что занимались в 90-е, вот когда вот неспокойно? Я был... У нас было такое подразделение защиты в Союзе ветеранов Афганистана. Лицензированное охранное предприятие с стабильным оружием. Вот. Ну, вот мы и занимались. Когда вы вообще узнали про такой спорт, как пинбол? Ну, это было... Друг мне... Банально. Банальная история. Друг позвал. Пойдем, говорит, попробуем поиграть. Ну, просто так в лесу, да? Да. Такие ружья были там. Ой. Там как этот, с пищалью бегали такой. А год не вспомните, какой это был? 92-й, что ли, по-моему. То есть за 4 года до официального вида спорта, когда в России стало? Да. Вот. Ну и все, а потом уже команду создали, и потом ездили в Москву. Там, а зацепило сразу же? Или как-то был еще повторный триггер? Я бы не сказал, что она сразу зацепила. Да, это напоминание какое-то, вот азарт вот этот, вот, как бы войны, так скажем, потому что мы же бегали в лесу, там камуфляж, там кто в бандане, там что, как там. Ну, что-то напоминание войны, как бы. Ну, вот оно, как бы, это, постепенно, как бы, пришли к тому, что, как бы, на спорт перешли, потом, и все. Как бы. А когда вообще попробовали спорт? Спорт у нас тогда в Екатеринбурге как-то был развит? Да, мы уже развивались, как бы, вот именно вот мы и создавали этот спорт, как бы, тут. То есть вы основоположники, получается, ну, спортивного пинбола? Я там, Сережа, там еще там, Витя, там у нас много было. Человек, вот, ну, постепенно как бы все это перешло в пинбол. Ну, я имею в виду не профессиональный, потому что у нас в России только единственное, там, я понимаю, что там все команды называются про-команды, как бы, но у нас по-хорошему у нас единственная про-команда — это русский легион. Ну, это те игроки, которые играют за зарплату. Не то, что они играют за зарплату, они живут на зарплату, тренируются, то есть они, кроме вот этого, ничего не делают. А другие у нас про-команд, да, она может в про-дивизионе играет, но у каждого своя работа, зарплату они не получают, как бы, так скажем. Как бы вот я на Таганском ряде работаю, как бы, так вот, это у нас Таганский ряд, это афганское предприятие, рынок самый большой. Вот. Вещевой там и так далее. Вот. Ну вот они меня спонсировали, как бы, команду. Вот. Я создал команду «Спортагрессоры». Мы ездили в Америку. Тогда PSP называлась. Не NXL, Америка, PSP. Вот мы там играли. С какого года вообще организована была команда «Спортагрессор»? Где-то, сейчас скажу, с 2010-го, так, не 2009 года.
Ну, примерно я так. А первые международные успехи в каком году с этой командой? Нет, мы там играли в PSP, мы в D3 играли как бы. Ну, там уровень D3, ой-ой-ой какой, по сравнению с нашим даже D1, например. Ну, это так. Но это мое мнение. Я не говорю обо всех. У каждого свое же мнение. Это было в то время или сейчас, в принципе, ничего не поменялось? По уровню игры в России. Ну, я не думаю, что там что-то поменялось. Потому что американцы, они основоположники этой игры, как бы, но они как бы это играют, да, достаточно очень хорошо. D3, D2, то есть они дадут веселье нашему. Раз вспоминали, как начинали, вспомните ли вы свой первый маркер? Ой, я даже не знаю, какое название этого первого маркера там. Типа стингера, что-то такое, что-то вот такое крутится в голове, где там что-то такое, ну, такое длинное ружье, такое. Ну, насколько понимаю, это еще в тот момент механический маркер или уже? Да, механический, да. Маленький такой фидер, как бы у него, когда шарики засыпаются. Стреляли. Вот, а потом как бы мини-маги там пошли. Потом их тюнинговал нам Андрей Житов, это гарды отпиливал, триггер ставил двойной под два пальца. Хотя механический, но как бы приучались как бы. А потом уже ангела пошли, электроника там. Уже с ними играли. Были механические маркера только у вас или вообще в мире существовали на тот момент уже электронные маркера? Ну вот ангел, VDP фирма английская. Вот они выпускали фирму ангел, маркер ангел. Вот. Ну, тюнинговая фирма у них была, то есть, как вот это ателье тюнинговое, как вот, например, к примеру, взять Mercedes, Mercedes Brabus AMG, вот, то есть MG там, то есть это ателье, которое тюнингует. Ну, также у VDP была контора, называлась тюнинговая Cobra. Mm-hmm. Вот. Вот они тюнинговали ангел, как бы, и там даже это наклейка была, что Cobra. Это как у нас, если сейчас смотреть, это Bunker Kings, по сути, тоже тюнингованная. Ну, то есть, нет, это отдельное производство. Да? Это раньше, как бы, когда Алекс Лунгвист еще играл в Русском легионе, вот, он как бы там наклейки, там, переводки вот эти делал, Вика Сакерс. Ну, то есть там утюгом проводишь, и она прилипает насмерть. То есть это было очень давно еще? Да, ну у меня все эти наклейки даже есть. Потому что как бы у меня все. Вот. Весело с этим делом. Я знаю, что вы играли за американские команды, за команды из Европы. Ну, я то до сих пор играю за американскую команду в Semi-Pro. Это команда Нью-Джерси? Нью-Джерси Джестерс, да. А как вообще происходит драфт в иностранные команды русских игроков? Ну, у нас, я имею в виду, если про Америку взять, например, то у нас же в Америку ездит только одна команда, Русский легион. Вот, то есть я вот возил команду, как бы, спорт-агрессор. Вот, мне там очень понравилось, как бы, играть в Америке, как бы. Ну, я просто написал своему другу, с которым, значит, мы на спарринге были в Америке, вот, Алекс Спенс с Damage, с командой. Вот мы с ним играли, как бы, вместе в одной команде по одному флангу, по змеимому. Вот, ему понравилось, видимо, как я играю, значит, а я ему сказал, что у меня как бы сейчас на данный момент команды нет. То есть до этого как бы я играл в Балтимор Нести за команду. Вот. Вот. Ну и просто там как бы там что-то не получалось у них по деньгам, как бы, поэтому как бы я понял, что надо другую команду искать. Вот. Ну и все. Вот. И так вот он, значит, мне написали как бы с Нью-Джерси Джестерс, значит, все, вот я сейчас уже третий сезон за Нью-Джерси Джестерс играю. Вот вас приглашают за иностранные команды играть, они приглашают жить на месте и тренироваться вместе с командой? Ну да, как бы, ну, как сказать, я нахожусь, ну, уезжая в Америку, например, то я еду с командой «Русский легион», то есть я с ними и живу, и тренируюсь как бы с ними, даже если, например, сегодня, значит, у них спарринг, то я помогаю им, значит, в пите, то есть шары там, тубы, все вот это. Вот. Тренера своим делом занимаются, значит, я начинаю. Если мы играем, ну, например, день у нас тренировочный, то я, значит, во второй пятерке «Русского легиона», как бы, и играю.
Поэтому как бы тут более ты играешь как бы с профессионалами, соответственно, у тебя наигрыш лучше. И потом, когда ты приходишь в свою команду, играешь совсем другое. Ну, поэтому, как бы, ну и в Москве, вот раньше там арена Торпеда была, база. Вот, значит, там и Русский легион тренировался. Значит, вот, я приезжал туда как бы там, на 2 недели, например. Конечно, огромное спасибо Максимову, Игорю, вот, за то, что как бы, он создал такую базу, как бы, вот, огромную, там и хостел там был, то есть жить можно было, вот, там кафе, там, ну там все было здорово, душевые, там все, поэтому как бы я жил там, вот, в номере там, 201, даже ключи от этого номера до сих пор с собой, как память оставил себе. Потому что как бы я уезжал в Америку, как раз арену убирали, сносили как бы. То есть я последним вообще из арены вышел последним из спортсменов, так скажем. То есть рано утром покинул. Как сильно отличаются условия игры в Москве, в Европе, в США, то есть по организации самого поля, самих турниров, сильно ли отличаются? Не отличаются, конечно. Ну, раньше отличались, сейчас меньше, конечно. Много. Вот. Но, например, вот в Америке играли, так получилось так, что мы как бы, когда приехали первый раз значит, в Америку, вот, значит, мы играли в Галвестон. Вот, мы играли там, значит, там после ураган прошел, на следующий день мы играли. Соответственно, значит, как бы там ураганом-то даже эти опоры, которые держат сетку, вот их согнуло. То есть сетка лежала? Сетка лежала, эти опоры загнула, они же там хорошие такие, из металла сделаны, их завернула, там загнула, сетка упала, значит, все это валялось, значит. И мы играли через поле. То есть вот играет там, предположим, команда Semi-Pro, ну я имею в виду, Semi-Pro играет на этом поле. Вот, потом поле лежачее просто лежит, значит, и следующее поле мы играем. То есть шарик мог прилететь, да, с другого прилетал, поля? Да, прилетал, да, но судьи лояльно относились, они подбегали сразу, раз, спину затирали. Ну, вот ты играешь, как бы. Ну, опять же, как бы это в жиже это все в игру, там, что прибежал на маленький конверт в край, значит, ты сидел, стрелял, а потом чувствую, что я что-то подмерзаю. Прохладнее как-то мне стало в нижней части тела. А еще и тубы, когда достаешь, почему-то у меня все в жиже. Ну, смотрю, меня засосало, потому что я встать не могу. Хотел перебежать, а у меня не могу встать, почему? Потому что меня засосало в эту жижу. Ну, ничего, как бы справились. И шампала не пробовали. Ну, я имею в виду, не доставали, потому что как бы шары хорошие были, джаевские. У нас, значит, как бы спонсировал джай. Ну, вот, соответственно, как бы на противники колоришь, через все поле стреляешь, об сетку колятся, а в стволах нет. Вообще сейчас уровень краски российского производителя и вот американцев? Ну, мне кажется, они сравнялись. Просто тут доставка вот эта вот. Либо в Америке там где-то там делаются, например, шары, и у нас в России делаются, значит, про шар. Вот, куда он доставляется? В Европу, там, из Европы в Америку, там, как это, пересылка. Тут, скорее всего, пересылка влияет. Поэтому, как бы, шары. Бывает такое, что даже у Русского легиона, когда я помогаю, то, или там тренируемся, и на тренировках, то есть шары, они в жиже, как бы, такие, приходится их это, тереть. Так, ну, это бывает такое. Это потому что как бы, ты приезжаешь на тренировку. На турнире нет, конечно, получше много. Вот. А вот тренировочный, потому что там прилетаем с Русским легионом в Америку, как бы, и тренируемся на базе, там шары стоят, значит, для нас, для Русского легиона. Соответственно, получается, что как бы, вот эти, доставка, скорее всего, то, что шары плохие. А команда профессиональная, которая приезжает на турнир, за какое время, то есть сколько у нее проходит тренировочных дней до самого турнира? Ну, мы за 2 недели приезжаем. И все, с Русским регионом. И все 2 недели проходят тренировки? Да, ну там есть выходные, конечно. Вот. Тренера дают выходной, что там сегодня отдыхаем. То есть, ну, на собрании, там, завтра выходной. Все. Я так понимаю, подсчет вообще убийства происходит вручную, то есть. Ну да, как бы там сидят определенные люди. Вот. Раньше это делалось не так. Как бы. У меня до сих пор в маркере стоит чип фирмы Virtu, Бункер Кинг. Вот, Virtu, она ставила чипы в маркера. Вот. И, значит, у каждого, значит, хозяина маркера был свой чип стоял, то есть под него прошитый.
Да, мы играли, я с Red Storm играл, значит, в Америке мы в претендентов тогда было. Не было Semi-Pro, а были претенденты. Вот, то есть это Semi-Pro, образно говоря. Вот, то есть ты если выигрываешь, значит, переходишь в Pro-дивизион. Вот, и мы играли через сетку. Ну, то есть два поля было, Pro и претенденты. Как бы. Мы играли, значит, а мне поставили, фирма Virtu поставила в мой маркер чип. Вот это вот, то есть, и они бегали потом, не понимали, почему у них на поле 10 маркеров стреляет, ну, должно стрелять, а у них 11. И они понять не могут. А он на Bluetooth этот чип работает, то есть у них там показывают, что 11 человек на поле стреляет, а их 10, и они понять не могут, что происходит. Он увидит, что светится один чип. То есть техническая ошибка была, да? Нет, а это я просто, они потом прибежали, когда спросили там, кто играет. Мы играем, а у кого чип? Я говорю, у меня чип стоит. А, ну, они посмотрели, да, там, папаша ВДВ, у них чип такой был. Да, говорит, это ваш, да, все, ладно, все. И успокоились. А вообще какую информацию передавал этот чип? Ну, что маркер играет вот этот вот именно. А, то есть, когда маркер... Да, там считывает, да, все, то есть, вот этот именно. Маркер выходит с поля и, грубо говоря... Он выключается, как... ну, образно говоря, там, если кнопку выключил, там, он выключается, потом выходишь на поле, включаешь, и у тебя получается, он опять работает. То есть таким образом можно было собирать, ну, как телефон, так да, статистику собирать, сколько да, то есть, провел времени, да, в да, поле. Да, да, да. Ну, опять же, тут хитрость в том, что как бы и у игрока маркер что-то остановился, значит, он берет чужой маркер, взял, значит, да, и получается, что человек не играет, а маркер его там шпили, значит, ну, соответственно, как так вот? То есть из-за неразберихи, по сути, идея не прижилась. Да, и они ушли от чипов. Но чип я так вот, чисто символически, вот с одного маркера на другой переставляю. У меня есть. Мне нравится то, что у меня есть. То, что мне вот выдали вот дому вот такому красивому, так скажем. Ну, и все. Как вы вообще оцениваете освещение в СМИ в России? Ну, у нас вообще, я понял твой вопрос, у нас вообще освещения-то нет. Стараются на местах, но это все такое вот. Местечковая. Вот. Ну, показывали, когда русский легион чемпионами мира стал, они прилетели, значит, как, это в новостях показали по Первому каналу. А в каком году? По-моему, 9 или 10, я не помню точно. Но не 6, не 1 когда раз они, второй или третий раз они стали чемпионами мира, они прилетели с Кубком мира как раз, и вот, их встречали в аэропорту, там цветы, там, как у нас спортсмены встречают, так и тут. Один раз. Да, и все, на этом все ушло в никуда. Ну, это из-за того, что спорт, он, его же надо тогда в олимпийский вводить, а из олимпийского, соответственно, надо что-то убирать. Ну, я вообще вот не понимаю, например, вот этой игры кёрлинг. Ну, вообще бред. Ну, полотеры полотерами. Ну, ребятам, ну, как Райкин сказал, вот, говорит, балерине, говорит, если прикрутить, говорит, ей динамо-машину, так она так накрутит току, на весь город хватит. Ну, так и тут, ребят, ну, пускай, зачем, что за кёрлинг там этими швабрами, затирают там эти битки вот эти, которые катятся там по льду. Ну, зачем этот в олимпийский вид спорта? Ну, да, красиво, как она или он там, например, женская команда или мужская там, пускают, как это называется, ты даже не знаю, это нецензурное слово, но и там это... что она там вот в такой стойке запустила ее, значит, а все остальные там труд. Ну, можно так по магазинам разойтись, или, например, на улице. У нас такие города чистые станут. Вообще. Вот. Поэтому, как бы, вот, мое мнение, например, ну, я бы так сказал, кёрлинг убрать, пинбол поставить. Ну, опять же, это спорта такой, что тут, как бы, кто понимает, там, видит, как шарики летят, куда, чего. Да, в Америке там очень много просто, в Европе там поменьше, конечно, но тоже много, как бы. Но в Америке очень много, значит, там, зрителей, очень много. Вот, приходят, смотрят, там, на VIP-трибуну, просто на трибуны приходят очень много. Не только они помогают, там, приходят в питы, там, протирают, и там, то есть там, в этом ничего зазорного нету, то есть. Там даже свои любители, у меня там бабушки с дедушками там бегают, там, вау, папа, привет, там, дай джерси, значит, распишись, там, все, отдай им. Ну, то есть, вот свои, как бы, любители уже есть, то есть, фан-клубы, так скажем. То есть, ну, вот. А в чем вы назовете главные преимущества вообще спортивного пинбола? То есть, за что вы именно полюбили этот вид спорта и ну, он мне, как бы, напомнил, как бы, то, что войну вот эту. Вот, а так-то, как бы, спорт, там же тоже, как бы, напрягаешься, так скажем. То есть, физо, там, так далее, и тому подобное. Вот, там, ходишь в фитнес-зал, бегаешь, как лошадь.
набегаешь там 12 километров, там, например, за час надо, бежишь, цель поставишь. Раз за час 12 километров пробегаешь. А раз мы затронули спортивную команду, что спортивная команда — это не только игроки, это тренерский штаб, это пит-команда и... Пит-крю, так скажем. Да, пит-крю, но чтобы мало ли вдруг нас посмотрят, не только пинболисты. Да. Может быть, не только пинболисты посмотрят. Что такое вообще пит-команда? И из скольки человек она по-хорошему должна состоять? И кто эти люди? Насколько они важны для команды? Ну, на них все держится. То есть у меня был пример, мы в «Фениксе» играли, то есть спорт-агрессором как бы, а у нас 5 человек было всего в команде, и пита у нас не было. То есть в пите у нас никто не помогал. Нас обозвали там, причем жара была 52 градуса жары, а ты весь в неопрене. Ну, я имею в виду вот колени, локти там, да, экипировка, как конь загнанный. Получается, на жаре, во-первых, 52 там тебя печет, и во-вторых, ты в пит заходишь, тебя тубы никто не собирает, в пит заходишь, сам себя заряжаешь, и еще друга там. То есть друг дружку заряжаем, вытираем, и снова на поле, как бы. А это все в течение 90 секунд, как бы, там, ну, 2 минут сначала, потом 90 секунд сделали. То есть, вот. Ну, то есть нас обозвали Russian Crazy. Вообще без питов, без ничего, тубы бросают, отыграли, там уже команды просто там счастливые были, что нифига себе, ребята, 2 мешка туб просто оставили на поле. Ну, они уже потом нам приносили просто, а я только, ну что, они принесут, ну, насколько совести хватит. Вот, они же все новые тубы, значит, они принесут там, ну, там немножко, там, ну, штук там 20 принесут, ну, это, принесут, короче, тубы, значит, я, значит, бегу опять, значит, беру тубы, там, мешками, значит, опять, следующая игра, соответственно, опять туб нету, значит, ну, что делать? Ну, ладно, хорошо, спонсорство и было, так, ну, я имею в виду Джай и Валкин, поэтому они нам, как бы, спокойно давали, как бы, это, и тубы, все тут давали. Ну, то есть, ну, на них все держится, то есть, и там затереть, значит, тебя и уже шары тебе ставить, потому что, как бы, выходишь, там, ну, как бы, я не знаю, как бы, я никогда, я сам свой маркер заправляю, вот, и заряжаю, как бы, но там тебя вытрут, там тебе ставят тубы, спросят, сколько тебе туб, там, 7, 8, 9, там, 10 тебе, там, вот, то есть, зависит от харнеса, ну, как бы, у меня было там, что у меня харнес на 7 туб, как бы, но я выносил еще 2 в карманах. Даже фотографии вот на чемпионате мира, то есть мы когда чемпионами стали, то есть я выходил, у меня было 2 тубы, значит, 7 туб в харнесе, значит, вот, и 2 тубы в карманах. А правилам никак не было? Не, ничего, я же с собой, они же со мной, вот, ну все, они в карманах просто торчат, как бы, первый их засыпаешь, значит, стрелял, другую засыпал, все, а потом уже начинаешь те 7 вытаскивать. Просто немногим очевидно, что пит-команда, да, она делает большую работу. Очень и она порой изматывается гораздо сильнее, чем игроки, потому что выполняют большую работу. И плюс эмоционально еще, что если вдруг где-то не успеет что-то, то подведет команду, и игрок выйдет неподготовленный в поле. Да, плюс еще надо же сбегать за тубами, тубы собрать по полю, а это же кто куда. Значит. А самое плохое, если где-то не успели затереть, то поражение, все, игрок пит-команды принес штраф. Да. Ну, тренерский состав — это немаловажно, это самая основная часть, но пит-крю — это да. Про спонсорскую поддержку. Какая она вообще бывает и насколько сложно ее на данный момент в России получить? Ну, я не знаю, в России как бы вот, ну, спонсорская поддержка, ну, как бы, ну что у нас, ну, например, ты выигрываешь, там тебе дают, значит, сертификат на «Антракс», как. Ну, я не хочу никого обидеть, там, кто там работает с «Антраксом», я имею в виду там Стас там. Нет, я не хочу обидеть. Ну просто вот, ну там скидка 10% или 5%. У тебя скидка этот, дают тебе бумажку, как бы, сертификат. Ну что это? Но когда заказываешь экипировки, там на 100 тысяч, эти вот 5 тысяч, это, ну, как... Вот видишь, ты уже сам ответил на этот вопрос. То есть эти 5 тысяч, они никуда тебе не уперлись. Если учить, что разделить на команду, там 5 тысяч... В том-то и дело, человек, там вообще... в том-то и дело, что джерси, как бы... Вот. Тем более «Антракс», ну, как бы... Ну, я как просто вот, раз затронули «Антракс», как бы, ну, шьют они вот эти джерси, как бы, там, ходишь в них, как медведь. Потому что ты весь в поролоне.
Я могу вон из дома привезти джерси, показать, то есть мне вот дали вот, джерси. Вот антракс вот у вас за спиной. Да, ну вот, вот, ну что это такое? Вот антракс, а вот экзип. Ну вот, ну это что такое, вот разницу, почувствуете, разницу называется. Вот мне такую же дали джерси, так я весь поролон вывернул, все, и это, убрал. Ну просто новую джерси дали мне, она как бы там номер 33, просто я играл как бы в командной джерси, но у меня была черная с красным. Вот, а там надо синюю. То есть у меня штаны были, как бы, а джерси не было. То есть они мне сейчас делают джерси американцы. Вот. Ну, и штаны, и джерси как бы делают. Там, маска там еще что-то. Ну, вот это спонсорская идет. Вот. Но сам факт просто как бы... У них по-другому почему-то делается. Я не знаю почему. То же самое Empire GI, как бы, ну, компания выкупила Empire. Я имею в виду, GI выкупила Empire, компания как бы, ну, почему они делают такие вот тоненькие джерси, как бы, вот у меня в сумке лежит, значит, как бы, ну, приятно в ней играть. Ну, в том смысле, что она тебе не стесняет движения, ничего, и ты не ходишь, как этот Шварценеггер из гербария. И сеточка на спине, там, чтобы вентилировалась, ну, тупо. Ну, это что такое? Это робот? Так, ну, я, так, поржать чисто. Вот. Ну, конечно, там вещи они делают. Я претензий к Атраксу нет. Вот, как бы, ну, вот есть у них там вот такое. Если вообще у нас полная спонсорская, ну, то есть там, где не нужно ничего платить, то есть предоставление экипировки, это, скажем. Ну, это Русский легион, опять же, возьмем. Это только в про команды дают. Ну, у нас, да, ну, я имею в виду, что Русскому легиону так вот идет, потому что вот они, Дай, фирма Дай, значит, спонсоры у них, поэтому, соответственно, у них экипировка идет полностью. Вся. Ну, я имею в виду, кроме бутс. А, то есть, а другой команде, допустим, которая выступает, ну, условно говоря, в ПРО в России или в Европе, они максимум могут получить скидку на экипировку, на оборудование. Да. То есть, бесплатного ничего нету. И то при условии, как бы, покупки пакетами. То есть, минимум там 5 пакетов. Ну, я имею в виду, что, ну, нет, на команду, то есть, на игрока выходит там пакет, например. Ну, я образно говорю, там, например, $1000, да, то есть, вот там все входит как. Вот. Но бесплатного ничего нету. Ну, вот это разница, как бы, как это сказать, именно профессиональной команды. А в США точно так же команды? Точно такие же пакеты? Да. Ну, у них там, опять же, там много очень студентов играет, поэтому там оплачивают именно университет, и вот это все оплачивается. То есть у них не так. Так было вообще всегда? Или было когда-то, то есть были какие-то... Да, мне кажется, это всегда было такое. То есть, как бы, схема такая была. Она никогда и не менялась. Раньше только единственное, что поменялось, вот когда я начал играть, как бы, ну, 91-й год, и сейчас разница только то, что ты засыпаешь, у тебя почему-то с пакета 3 тубы, с половиной. А раньше было 4 засыпать с пакета. Связано это с диаметром шаров? Правильно. Шар уменьшился, соответственно, у тебя меньше шаров. А тенденция вообще шаров, какой сейчас диаметр? Ну, то есть, какой ставкой вы в последнее время играли? Я 6.87, по-моему. Или 6.85. 6.87, по-моему, так. Ну, красная у меня. Ей пользуюсь? Да, я вообще ничего не меняю. Везде я просто вот езжу, вот, ничего не меняю. Вот поставил ствол, ставку вставил, и все. И бегаю с ней везде. Европа, Россия, Америка, без разницы. И шары летят. Поэтому, как бы, вот это спонсорство, да. В Америке там оно проще, как бы. То есть само по себе. Ну, я как бы играл за Херриганс, за немцев, как бы, там тоже спонсорство. GI полностью оплачивает шары, то есть у тебя там, я не помню, там 60 коробок, по-моему, бесплатные. Вообще просто фу. То есть ты не платишь вообще ни копейки. Вот вы сейчас говорите, что вы играете за Нью-Джерси, да? Вам, то есть, какая поддержка от команды вам происходит? То есть, вам оплачивают билеты и сам турнир, или что-то еще получается сверху? Немножко это получается, да. Ну, это личные договоренности с командой. С хозяином команды? Да. Понятно. То есть... И штаны, и джерси, как бы, это все не так. И игру ничего не оплачивают. Информация конфиденциальная. Да. А как вы считаете, вообще возможно ли формирование в нынешних реалиях какой-то второй профессиональной команды вот на таком же уровне, как Русский легион?
Ну, это можно, это все зависит, опять же, от спонсора. То есть надо спонсора найти, который будет вливание денег делать в команду. Он подумает, ну, то есть с ним разговаривает. Ну, это все зависит от спонсора. Ну, то есть он должен понимать, что как бы, ну, команда будет выигрывать, будет проигрывать. То есть вливание делать надо. Так, вот да. Леонтьев, как бы, Сергей, значит, это хозяин русского легиона, да, он вкладывает в команду уже сколько лет, ой-ой-ой. Ну, да, ну, играют же ребята. Нормально. Ну, ему за это большой, огромный респект, так скажем. А еще, плюс еще, у нас команда, как бы, койоты есть. Вот, это Максимов Игорь. Хозяин арены, да? Да, да, да. Вот он. Ну, койоты, кстати, получается, свернулись, как свернулась арена? Ну, да, потому что, как бы, негде. Вот. Но, как бы, благодаря вот Игорю, значит, огромный ему тоже респект, как бы, он держал же две арены. Одна на... Торпеда была, а вторая была около гостиницы «Космос». Вот у гостиницы «Космос», я, по-моему, не знаю. Да, там это была тоже арена, как бы купол тоже стоял, вот. И это тоже, да, хостел тоже был. Ну, все то же самое, и бар у «Койота» там назывался. Может, обладаете информацией, раз затронули арену, то есть планируется ли вообще, известно ли вам, что вообще в Москве? Ну, сейчас проблема стоит в том, что надо место где-то арендовать, а плюс еще проблема в том, что как бы там саннормы, ну, санитарные нормы, mm-hmm. как бы, поэтому купол не должен превышать 8 метров, по-моему, в коньке. Вот. Соответственно, как бы тоже как бы проблема. То есть пятиэтажный дом, рядом купол стоит, там барабанят. Mm-hmm. Ну, то есть вот торпеда, которая была на ВДНХ, вот это вот такой гостиница «Космос», там вообще, ну, образно говоря, во дворе стоял вот этот купол, значит, 9-этажные, 12-этажные дома стоят, значит, они там все жаловались, что вот там в субботу, воскресенье, там вообще кошмар, колбасит. Ну, в Екатеринбурге же тоже получается рядом, ну, в жилом квартале. Ну, там жилой квартал, но там далеко, и, во-первых, это раз, во-вторых, как бы там только по воскресеньям, я имею в виду спальники, там тренировки там очень мало, как бы здесь. Почему-то люди не приходят, как бы, ну, по четвергам решили как бы сделать, но почему не приходят, я не знаю. То есть, может быть, кто-то приходит там. Ну, в воскресенье, как бы, основной это игровой спарринг, там, тренировка, там, так скажем. Вот. Ну, игроков мало стало, поэтому вот, в зависимости, в связи с тем, что вот, упустили время, это называется. Вот, надо же вовремя все брать в руки, маять вещи. Из команды «Спорт-агрессора» играете сейчас только вы или кто-то еще из команды играет? Нет, еще вернулся Дима Турков, есть у нас, вот он вернулся, он 6 лет не играл. Он вот, сейчас за кого-то заигран? Сейчас он играет, например, завтра турнир будет, он будет играть за «Югра Юнайтед», вот, а, значит, до этого он, значит, играет за этот, за Казахстан, за «Шериф», пока, ну, потому что, как бы, ну, мы думаем, как бы, возобновить снова проект вот этот, как бы, ну, сейчас мы смотрим, как бы, и джерси там делаем, там, ну, это так, по секрету, всему свету. То есть возвращается, как бы, немножечко, возвращается команда «Спорт-агрессор» опять. Так что, возрождение легендарной команды. Да, да, да. То есть понемножечко, потихонечку, помаленечку идем. Ну, я так понимаю, что скоро можно, ну, то есть устраивать, возможно, да, смотрины в команду. Смотрят, ну, не то, что смотрины, а просто как бы... Или будете приглашать уже... Да, то есть как бы, там и тренировки, соответственно, там, ну, там все будет. Вот, а на данный момент вы вообще ведете тренерскую деятельность? Нет, как бы, ну, ребята просят, надо там приедут. И на спарринг тоже. Ну, спросят, как вот это. Ну, мне не жалко подсказать. Тяжело, вообще, само по себе тяжело, как бы, вообще тренерская работа сама по себе очень тяжело. Ну, поверьте, потому что я тренером по карате был очень много лет, как бы. Ну, и, ну, тяжело просто, потому что, как бы, ну, у меня вот 250 человек народу было, так. Зал там умотаться народу. 250. Это каждому надо подойти и сказать, что ты вот не так, вот локоть не доворачиваешь, что ты кисть не так, стойка у тебя не так, не 60 на 40, а у тебя 70 на 30, надо 60 на 40. То есть тут такие вот вещи. Тут таз не включил, там бедро не довернул, там что-то там плечо. Это же каждому надо объяснить. Вы вообще открыты к тренерской деятельности? То есть, если любая команда может попросить вас, да, без проблем. Игроки также индивидуальные тренировки? Да.
Какие вообще видите на данный момент проблемы у нас в России? Ну, сейчас проблема одна, то, что нету места, где тренироваться. То есть, вот, например, ну, в Москве нету. То есть, там риболы пошли на риболов. То есть, ну, конечно, рибол это тоже хорошо, но краска тоже нужна. Ну, я играю, то есть, на полноразмерном поле тоже, это тоже надо. Ну, то есть, проблема вот в этом. Так. Плюс еще сама краска, как бы, я не знаю, опять же, это мое мнение. То есть, как бы, вот, я считаю, как бы, что краска должна быть дешевле, потому что человек приходит, когда берет шары, например, ну, он там возьмет коробку, да, и подумает, а не много ли? Я еще половинку отстреляю и верну часть. Вот. А если дешевле бы было, то, соответственно, человек придет так и так, я возьму-ка я две, нет, три коробки. Вот это разница. То есть, если раньше мы все командой «Спорт-агрессор», мы позволяли себе даже втроем брать 10 коробок, мы отстреливали на тренировке. За 2 часа мы их ухлапывали. Вот. И ничего страшного в этом не было. А сейчас коробку отстрелять, это роскошь. Как бы, да, и в то же время, опять же, все вытекает вот отсюда. Ну, я считаю, что как бы тут надо вот как-то вот это вот сделать, может быть, это опять же мое мнение. Может быть, сделать так, дешевле будет, и народ будет. И плюс еще место для тренировок. У нас же не дают просто. У нас же все выкуплено, все земли. Ну вот, затронули про тренировки. В Екатеринбурге есть поляна. Угу. Открытое время для тренировок. Много ли посещает команды игроков эти тренировки? Ну, когда как. Иногда бывает, что ты играешь в 5-4, то потом человек уже уходит, и остаешься играть, ну, как сегодня. Играли 3-5. Ну, то есть, ну, потому что человек один закончил играть, ушел, все, ну, мы играли 3-5, там решали вопросы некоторые по игре, по полю. Ну, в рамках вот. Города Екатеринбург. Нет, ну, это тут сегодня просто другие команды, другая команда приехала из другого города, поэтому они на спарринг, ну, как бы, на тренировку приехали. А так, как бы, ну, бывает 5 на 5 играешь, то есть нормально, полноценно. Но это же все равно, ну, да, но это мало. Опять же только выходной, потому что, как бы, я говорю же, все выходит. И ценник, и плюс еще, как это сказать, тут же все, если брать, значит, соответственно, отопление, солярка, вот, свет, ну, это все же входит, плюс шары и так далее, и тому подобное. Ну, вот. Плюс проблемы там у кого-то там, я имею в виду, в тренировочном моменте, у кого-то там по работе, по своей. То есть вот только в этом. То есть такое общее наложение проблем. Да, да, то есть вот это вот. И плюс еще мы потеряли очень много игроков, что, ну, я имею в виду, у команд, что они ушли просто. А в связи с чем вообще были потери? Ну, я не знаю, то, что вот, когда вот, я опять же вернемся, вот Купол был в Москве. То есть он был, вот если взять, например, Екатеринбург, наш город, да, uh-huh. и нашу поляну, я имею в виду, ну, Купол тоже, uh-huh. да, вот, то там прокат. И четверг, воскресенье, тренировки. Все. 2 дня. А в Москве Купол, он забит до 2 часов ночи, тренируется. То есть я ложусь спать, например, я тренировался, 3 тренировки у меня прошло, я ложусь, поел, ложусь спать, а там еще колотят в Куполе. Так, стрельба стоит там. Ну, то есть команды тренируются. И всех дивизионов там, начиная от D4, заканчивая ПРО. D1 ПРО, там, ну, образно говоря. Вот. А здесь наполняемости нет. Никто не приходит, там ничего. Почему? Ну, как почему? Опять же, потому что упустили время. Мы сами отпустили вот это все, и результат вот. То, что там в прокат приходят люди, да ну, что это прокат, ну, он там пришло, там 10 человек, вот сегодня пришло, образно говоря, там 8 или 10 человек пришло в общей сложности, пришло, отстреляли и ушли, все. А вообще новых игроков вот в спорт откуда брать? Ну, как, вот, как? Вот в этом и проблема, то, что, там, опять же, возьмем деньги, то есть, соответственно, чтобы человек пришел в спорт, начинает ему экипировку, маркер, там, баллон, фидер, ну, все вот это вот. Да, плюс потом шары. А кто ему будет давать денег на все это? Если посчитать сейчас, ну, вспотеешь. Ну так, на минуточку, да? Стоимость маски, фидера, баллона, головы до баллона, самого маркера, 1,5 сэря баксов. Ну, так.
А хочется же не какой-то там древний, а более крутой, там, ну, образно говоря, там CS2, там Люкс X, там. Ой, все, там, Люкс X взял, все. Первый парень на деревне, ну, я тебя умоляю. А по номеру посмотрели, ты, так, по госномеру выпуска, да ты что? Ну, на самом деле же не важно, какая пушка у тебя в руках, если ты умеешь играть. И я про что? Вот, то есть, ну, сам факт, как бы. Все это все упирается в деньги. Потому что у нас сейчас все плохо, как бы, вообще. Я понимаю, конечно, в Москве там все хорошо, там надо наклониться и поднять, уметь только. Ну, наклониться и с земли поднять эти деньги. Ну, у нас здесь, тут уже все подмели. И надо находить. Вы уже, ну, почти 30 лет играете в пинбол. Mm-hmm. А за какую команду вам больше всех за это время понравилось больше всего играть? Да мне за всех, вот честно скажу, мне за все команды всегда нравится играть. Вот за любую команду. А, то есть командное взаимодействие, командная химия, да. Вы везде как свой человек заходите. То есть. Ну, не то, что как свой, а то есть, ну, вливаешься в коллектив. Ну, нет, конечно, если ты, как это, ну ладно, я промолчу, конечно. Вот, жаргон бандитский не будем включать. Ну, вот. Конечно, если ты вообще как бы такой человек, что ты не можешь с коллективом сдружиться, так, ну, иди вон в зал, качайся, и все. Ну, так скажем. Или грушу повеси, долби ее. Вот. А если ты как бы нормально с коллективом всегда вливаешься, так, ты работаешь с коллективом и нормально. Нет, конечно, есть разные люди. Ну, я имею в виду, то есть очень много, ну, в своей жизни, вот, например, повидал людей столько, мне 55, сейчас 56 будет лет. Ну, так, ну, он тебе в глаза улыбается, ты поворачиваешься к нему спиной, дай ему штык ножом, тебе воткнул, воткнул бы с удовольствием в спину. А почему? Ну, потому что он такой по жизни. Он в лицо улыбается, а повернись к нему спиной, он тебе это, грязью болит. Ну, это очень много таких людей. Почему? Потому что вот они. Я не говорю про всех, это очень много таких. Сейчас, как это сказать, обмани друга, если ты не обманул друга, так скажем, да, вот, то ты день прожил, там, прожил напрасно. Вот так жизнь повернулась у нас, в нашей жизни сейчас. Обмани ближнего, ибо ближний обманет тебя. Но вы как бы этого не придерживаетесь? Нет. У меня свой кодекс чести, как бы. Я лучше в глаза скажу. Ничего стесняться-то. Ну, да. Никого бояться-то. Ничего стесняться. Если есть что сказать, то лучше сказать в глаза. Конечно, в глаза сказал. Место тихое, земля сырая, веди себя правильно. То за время на турнирах наблюдал команды, то есть игроки между собой начинают ссориться, ругаться. Ну, это да, да. Ну, то есть кто-то как-то не так сделал. Ну, это бывает, это везде. В любом командном виде. Вот, то есть это есть, да, но это надо стараться избегать. Это мое мнение, то есть нельзя вот этого поддаваться. Лучше пускай там психует, я имею в виду противник лучше психует. Здесь, это на этом ты выигрываешь. Когда противник там психует, он делает ошибки. Это в любом виде спорта, это вообще в жизни всегда. Надо заставить человека, чтобы он делал ошибки по жизни. Ну вообще, вот, как это сказать-то? Ну, вообще, я имею в виду в жизни. То есть, знаешь, заставить человека, чтобы он сделал ошибки, и вот тогда ты его на этом ловишь. Если соперник потерял равновесие, значит, его легче будет вывести. Ну, конечно, переднюю ножку-то подцепи подсечечкой-то, а там уже остальное осталось добить его. Уже, потому что он неустойчиво стоит на одной ноге и потерял равновесие. А вообще у вас случаи были такие, что вы, ну, вы теряли контроль над собой во время игры за вот... Нет. Всегда все под контролем. Я могу накричать, но я на контроле, под контролем все. Нет, у меня такого нет. Грубо говоря, крики, но без злобы они. Нет, почему? Со злобой, как бы. Ну, у нас вот, например, вы знаете такого судью Митяя. Да, знаю. Вот. Ну вот однажды он там судил в Москве, значит, там до такой степени насудил. Ну, что, значит, я и он, значит, то есть я в пяте, а он, значит, в поле находится. И никого, ну, в куполе, как бы, команды, значит, а мы с ним там ругаемся. И все молчат, главное, потому что там сплошная нецензурщина, и с одного места на другое место отправляется, я имею в виду, то есть посылание. Вот, ну, вот до такого, значит, дошло. А потом мы просто вышли вот так вот, причем никто не выходил на поле, все такие, ну, я так понял, что все думают, что сейчас будет, что сейчас произойдет.
Ну все, я просто вышел на поле, и мы с Митяем обнялись, я к нему запрыгнул на руки, потому что я маленький, а он высокий. Вот, здорово. Один. Это шутка, конечно, дружеский. Вот. Не, он не рогатый, нормальный пацан, классный. Вот. Ну, факт в том, что мы как бы, я раз подпрыгнул к нему, он еще руки подставил, значит, все, мы обнялись там с ним, все. Но мы смеялись после этого, хохотали. А все подумали, что там все сейчас, у тебя драка будет. Вообще, ну, то есть, ну, а это, ну, это все похохотать. Что, самый запоминающийся турнир? Да они мне все, как бы, честно говорю, я их все запоминаю. Ну, хорошо, не запоминающийся, самый яркий, самый ценный, то есть самая ценная победа. Ну, это Кубки мира, всегда как бы это ценно. Я так считаю, как бы. Даже и, если не взять, просто как бы то есть... играешь, там, например, с Импактом там играли, там, или с Хьюстон Хитом там. Да, то там есть какой-то момент. Все там, можно раз, объединить в одно? Да, ну то есть раз там где-то тут момент обманул, там, раз тубу подкинул, о, там, в трансляции там говорят, о, еще что-то там. Ну, там, типа, что, о, good job, папа. Это типа Goggle Zone был, контролировал все это, подкинул тубу там. Игрок подумал, что это флажок был. Ну, я просто высоко вот так вот подкинул тубу. Вот. Игрок подумал, что это флаг полетел. Значит, ну, соответственно, он глаза-то поднял, посмотрел, по этот момент был поражен. Ну, то есть, вот такие моменты, как бы. Ну, это, ну, тут, да, как бы, не то, что хитрость, как бы, ну, тут просто вот стечение обстоятельств. А насколько сложно вообще попасть игроку, ну, не игроку русского лига, национальную, да, сборную. Возьмем несколько сразу же сборных, то есть женскую сборную, молодежную сборную, сборную ветеранов и мужскую сборную. Mm-hmm. Я прекрасно понимаю, что в мужскую сборную гораздо сложнее попасть, потому что основа ее все-таки это игроки русского легиона. Да. Вот, а... вот, ну вот, я продолжу, значит. Ну, соответственно, ты, чтобы попасть в эту, ты должен, ну, я имею в виду, в мужскую сборную, соответственно, ты должен играть как русский, как игрок русского легиона. То есть, ну, хотя бы уровень примерный такой. Потому что как бы, ну. А вообще, как это происходит? На заявительной основе? То есть кто-то из тренеров кандидатов отправляют. Они смотрят, да, все. То есть, так же и в любой сборной. То есть это в любой сборной. Какой-то ли происходит день смотра? Да? Ну, не то, что это сейчас начали, там, смотрины, так скажем, как ты сказал. Вот, а сейчас как бы по-другому чуть-чуть. Там, все равно, как бы, например, тренера русского легиона, они знают игроков, каких можно, каких нельзя. То есть, ну, какой нужен, какой не нужен. То есть, стоит этого брать, не стоит. То есть, они же смотрятся, это же не сам человек. Все, ребят, я пошел в сборную. А как вообще назначают тренера того же на национальной сборной? Ну, тоже, это тоже решение, как бы. Ну, в основном там понятно же, что тренера будут русского легиона. Потому что русский легион он играет в ПРО в Америке и в Европе играет. Ну, сейчас играл, я имею в виду, по сегодняшний день. Ну, это касательно мужской сборной. Да, ну, и в ветеранской, и в женской, и в молодежке, так скажем, тоже так же. Схема так же. А как вообще сложно в эти сборные попасть? Ну, как? Там возраст, во-первых, нужен смотреть, ну, как тебя взять как бы, в это... Ну, ветеранская, понятно. Да, ну, да. Нет, я имею в виду конкуренция вот молодежи и женские. То есть, насколько легче или сложнее попасть вот именно... Ну, женскую, там, женщины же играют. То есть, поэтому, ну... как бы, девушка должна играть, как бы. То есть, на нее тоже смотрят тренера, смотрят, там, кто ответственный за сборную женскую. Вот, потом также и юноши. Но... Все так же смотрится, как бы, да, как он играет, там, как что. То есть там делают тренировки, да. То есть... Сборы проводят, там, так скажем. Ну, я имею в виду, то есть проводились сборы всегда, как, ну, для юношей. Угу. Вот. Ну, также и ветеранская сборная, тоже там тренировки были. Вообще, реально ли игроку с региона, грубо говоря, вот не считая мужскую сборную, попасть вот в национальную сборную? Почему нет? Как бы, нужно желание и это, старание, все. И так дальше будет. Пойдет. Дорожку-то проложишь. И все. То есть надо стараться, просто стремиться к этому. Ну, это мое мнение, опять же. Быстрые вопросы, короткие ответы, то есть. Любимая команда.
ну, Русский легион. Да, у меня там, во-первых, сын был. А помимо Русского легиона, сейчас, может, было когда-то давным-давно, то есть оно сейчас перестало существовать? Ну, и спорт-агрессор, как бы, и Редшторм, то есть я тоже там начинал в Редшторме, когда мы еще играли там составом древним. То есть команды, с которыми вы связаны непосредственно, да, как-то? То есть мне нравится, например, с Питера Бульдоги, я за них тоже, они меня приглашали, я играл за них. Тоже любимая команда. Почему? Потому что все адекватные, нормальные. А если брать с иностранных команд? Ну, значит, вот, ну, за немцев вот играл, как бы, тоже мне нравится. Нормальные пацаны. А если брать команды, за которые не играли? Американская, значит, ну, это Балтимор Нести и Нью-Джерси Джестерс. Они мне нравятся, как бы, там и нормальные пацаны, как бы. Ну, все адекватные, то есть там все хорошо. Ну, я же говорю, тут зависит, опять же, от человека, от самого. То есть ты, как это сказать, муфлон, ты везде муфлон, тебе будет муфлон. Вот. А если ты нормальный со всеми, так это чих-пых, поэтому нормально все. Тебе нравится, им и им нравится с тобой. То есть, вот, например, я играю за Нью-Джерси Джестерс, значит, а с Балтимор Нести там игроки, о, папа, вот, и пишут мне там, и все, ну, то есть это, переписываемся с ними, ну, в обычном мессенджере. Ну, условно, на поле соперники непримиримые, да, а вне лучшие друзья. Да, и переписываемся, то есть даже они знают, за кого я играю, я с ними, они сам переписываются, то есть там это помоги, я тут, да не вопрос, раз. Напишу им, я говорю, все нормально, там договорился, это будет. А, ну все, ладно. Так. Все, с нас чай и это, кексик тебе. Я говорю, ну все. Они знают, что я чай пью. Они уже знают. Любимый спортсмен вне пинбола? Вообще? Да. Вообще из любого спорта? Да, да, из любого, но не из пинбола именно. А, ну, Костя Дзю. Костя Дзю, нормальный пацан. Наш человек. Тюменец. Почему? Он вообще пермяк так-то. Ой, этот, Серов. Ну ладно, я не настолько осведомлен. Любимая пушка? Да не, у меня так же, опять же, у меня нет такого, чтобы любимая. Ну вот у меня люкс, я играю люксом, мне люкс как бы нравится. Ну, у меня, я возьму, дай, мне и дай нравится так вообще. Я им играл, как бы, мне тоже нравится. Мне до сих пор есть пушка, дай. Это тоже нравится. И МакДев, клон, GTI, как бы. А может по дизайну что-то? Ну, там у МакДева, там у него, это, когда играешь, потому что, я не знаю, как все привыкли вот так вот держать, я вот так вот играю, то есть за регулятор держу. Uh-huh. И там вот это место, гарда, где вот она, гарда как раз попадает сюда, после как наиграешься, турнир отыграешь или тренировку, да, у тебя такая, смотришь, что такое у тебя, такие тут бугры такие, мозоли такие, ну, чё откуда? Потом сообразил, господи, это же об гарду, там как раз резьба на угол. Натираешь, просто там такая мозоль у тебя. А лучшие и производители экипировки? Да, мне нравится GI, как бы, ну, Empire GI. Очень удобная, как, комфортная форма. Самый трудный соперник на сегодняшний день, с которым я приходил встречаться? Да, это Тантоны были, вот на Кубке мира, например. Тантон, чья команда? Это французы. Французы. Да, да, да. Аксель Гауденко. Это все эти старенькие играют, нормальные. Они были неудобные, да. То есть мы как бы уже в полуфинале были, как бы играли с ними как раз. Мы им проиграли. Ну, они неудобные были. Я сразу говорил, что как бы, вот ребята, они и дуэлятся хорошо. Говорю, нам тут надо по-другому играть. Ну, Селеви, как говорят французы, такова жизнь. Любимое число? 9. Это ваш игровой номер? Ну, почему? Не только игровой. У меня машины все, госномер 009. Вообще все машины у меня. Если поднять сейчас историю, у меня три машины, как бы, они госномер 009. А с чем связана вообще цифра 9? Что у вас связывает с этой цифрой? Не знаю, я люблю эту цифру. Не, у меня 18 числа день рождения. Ну, не в этом, а вообще говорю. Ну, две девятки. Не, у меня была там, например, машина Honda, там, ну вот, у нее три девятки было, но не было 009. Ну, не было. Сказали, Дим, подожди. Сейчас, говорит, новая серия выйдет. Я говорю, ладно, давай, три девятки. Там кто-то говорил, сейчас переверни, три шестерки. Я говорю, до свидания. Три девятки. Хоккей или футбол?
Хоккей. Почему? Ну, у нас земляк Пашка наш человек. Все ровно. Поэтому хоккей, да, мне нравится, как он играет. Напоследок хотел бы спросить у вас советы начинающим игрокам в пинбол. То есть люди, которые приходят в пинбол, на что им вообще обратить внимание? Да им на все, и на физику, и на тактику, как бы. Но просто как бы тут, как это сказать, если именно только пинбол конкретно, то, ну, да и вообще любой вид спорта, не останавливаться на достигнутом. Стремитесь вперед, расти, даже без разницы, сколько вам лет. Возраст тут не имеет значения, тут как душа. Все зависит от души. Вот, ну, ты, вот, душа, я вот бегаю, а значит я молодой. Мне еще 16. Да не 16, 18. Ну как пословица, ты целуй меня везде, 18 мне уже, ну песенка точнее. Ну, как бы, ну всегда, ну, говорят же, есть такая пословица, что не старею душой ветерана. Да. Ну вот. Ну вы, есть, вы яркий пример этому. Ну я не знаю, яркий я не яркий. Вот, ну сам факт просто, как бы, я вот считаю, как бы, это, да, но у меня еще инвалидность, не забывай, что вторая нерабочая группа инвалидности войны, вот. По-моему, так и не скажешь, особенно, когда против вас играешь. Ну, все равно, как бы, я стараюсь, как бы, у меня тоже свои там есть заморочки по поводу заболеваний после миннозорных травм. Ну, это мы уже упустим. Да, вот, как бы, ну, сам факт, ну, бежать вперед, не останавливаться на достигнутом. Все. И улыбаться всегда. Всегда надо быть навеселее. Ну, я имею в виду не под этим делом, а просто улыбаться. И жить с шуткой. Потому что нам шутка строить и жить помогает. Ну, а да. Если не будешь улыбаться, то вот такой грустный будешь ходить. Ну что, в тину уйдешь. Ну, а надо всегда улыбаться. Вот ты видишь, ты сейчас заулыбался, видишь. Это плюс твоим еще там 15 минут твоей жизни плюсом. А вот сейчас уже 20. Ну, я часто улыбаюсь. Вот, ну, по 5 минут прибавляется, с каждой улыбкой у тебя 5 минут прибавилось к жизни. Ну, так что, как бы, я считаю, что, ну, это мое мнение. Это, вот я так считаю, я так и живу. Вот. Мне без разницы, что там говорят про меня, там, как, что. Это моя жизнь. Я ее живу так, как я хочу. Я никому ничего не должен. Я вот хочу так жить, я буду так жить. Почему я должен под кого-то там как-то это подстраиваться? Ну, в том смысле, что это кто-то там про меня там говорит. Ну, для всех мил не будешь. Мало ли что там. Да, я говорю вот так вот, но я не стесняюсь. Ничего стесняться-то. Так-то по-хорошему, правильно? Да. Чего мне стесняться? У меня за плечами опыт большой жизненный. Не только жизни, а еще и войны. Как бы. И повоевать могу легко. Ну, надеюсь, до этого не дойдет. Ну, не, я вообще говорю, у меня он до сих пор с военкомата не снимает с учета. И, Дмитрий, можно папаша, да? Да, конечно. Папаша нам предоставил такую футболку. Это пинбол фотографии. Гарри Баум делает. Расскажите немного, откуда вообще эта футболка? Это с PSP еще. Вот. Мы играли, когда Гарри Баум делал футболки, как бы это для русского легиона, как бы он делал, значит, и мне давал. Ну, и спорт-агрессор он делал. Ну, вот этих, я считаю, что вот этих футболок уже давно нет. Вообще, ну, это моя мысль такая. Поэтому как, они у меня есть. Ну, вот. У меня даже пакеты русского легиона есть. Ну, вот когда они выпускали пакеты, русский РЛ там и там RussianLegion.ru там. Вот. Ну вот они у меня тоже их есть в большом количестве. Ну вот и футболки также. Вот они хранятся у меня вот так вот в пакетах полиэтиленовых. Не знаю для чего, но лежит. Ну вот. Вот, а это вам как бы, для подписчиков, так сказать. Да. И кто там, что-то было, там конкурс, ну, кто победит, того футболка. Эту футболку мы разыграем среди подписчиков нашего канала, среди тех, кто оставит комментарий. Это случайным образом, буквально там через 2-3 недели, как бы на следующем интервью, если оно будет, или в следующем видео.